Приветствую дорогого зрителя на своем канале. С вами Александр. Это видео будет по большей мере для загрузки на форум виноградарей Дальнего Востока, виноградарей и садоводов Дальнего Востока. В прошлом году я загружал обзор и название. В общем, по фотографиям народ в соцсетях определял как изумруд. Сейчас конец июля, я вам покажу ближе гроздь, лист. Меня просили на форуме показать лист снизу. И посмотрим, что это за виноград. Поможете мне определить. В прошлый раз, показав, наверное, не совсем все, мне предварительно сказали, что это спутник. И куст такой немного лысенький сверху. Я произвел летнюю обрезку. Итак, листва. В этом году грозди немного изменились, я об этом скажу. Вот смотрим, какая листва по сравнению с ладошкой. Ну, то есть большой лист. Вот такой вот он. Снаружи. Такой вот он снизу. На пасынках, которые я оставил на конце обрезанной лозы, молоденькие листья выглядят вот так. Снаружи и снутри. Сам куст сам по себе сильно рослый. Грозди у него не тяжелые, грамм по 250, может 280. В прошлом сезоне они были более цилиндрические, такие прям плотно набитые. Сейчас они так более вот такие. И по две косточки там, по-моему. В общем, он с косточками. Сладкий, сладкий. Созревает уже в начале сентября, его можно уже кушать. Лоза. Ну, лоза выглядит вот так, как и у всего, наверное, винограда. Зимует под легким укрытием, то есть достаточно покласть. У нас левый берег, поэтому укрываем всем подручным. Вот, скажем, я использую лестницу, использовал, пока этот куст был маленький в том году. Сверху накладывал пару картонок таких больших, лутросил, слой 2 шестидесятки. Слоя достаточно было. И сверху пленку так, чтобы торцы лутросил, чтобы проветривался. Потому как мы уезжаем в конце октября, хабаровчане знают по навигации, у нас остров, левый берег. И приезжаем 1 мая. Ну, повезет в конце апреля, там, 29, 30, 31. Навигация откроется. То есть за это время, если его сильно закопать или укутать, он может спреть. И, в общем, он зимует под таким легким укрытием. Хранится в холодильнике не очень долго. Я не знаю, сколько долго может быть храниться. Это мой первый урожай, ну, после альфа. Альфу мы сразу используем на компоты. Очень вкусный компот с нее получается. Тоже рецепт можно у меня глянуть. И мой компот участвовал в конкурсе, даже победил. Попробуем компоты сделать из этого винограда. Да, кстати, заодно просьба. Напишите рецепты, что можно еще делать с винограда. Кроме вина, разумеется. В общем, вот такой небольшой обзор с вопросом. Подскажите, узнать название винограда. У меня его несколько кустов. После потопа мне давали черенки, я их укоренял, и вот уже вырастил. 4 года, куст четырехлетка. Вот у меня 4 взрослых куста. Я теперь вижу, что это не изумруд. Сейчас мы подойдем к изумруду и посмотрим изумруд. Надеюсь, что это изумруд. Это я... Мне подарила бабушка одна, я покупал у нее цветы, рассаду, хризантем. И она мне дала саженец из черенка. Ему уже
Он встретит третью осень. Вот пасынок не заметил. Встречает уже третью осень. И мы видим, что листва, конечно, уже отличается. То есть я теперь уверен, что это не один и тот же сорт. Хотя кто его знает, у молодых кустов как-то поиначе немного все выглядит. Тут у меня дальше то же самое, этот же куст, такие же грозди. Прививочка зеленая. По советам из видео Владимира Зангиева делал, второй год уже пробую, у меня получается. Вот так она прижилась хорошо и вот уже дала побег. Спасибо Владимиру за науку. Да, ссылочку на форум виноградарей Дальнего Востока, а здесь у меня справа альфа растет, я дам в описании под видео. И, кстати, у них есть на YouTube канал с обзорами сортов. В общем, пройдите, посмотрите, что у нас, какие сорта у нас выращивают винограда. Ссылочку на видеоканал тоже даю в описании под видео. Форум виноградарей Дальнего Востока. Всем спасибо огромное за внимание. С вами прощаюсь ненадолго. С вами был Александр. Всем пока.